Хочешь проверить свою внимательность и выиграть приз? Тогда ставь лайк, подписывайтесь и погнали! Привет! Ты на канале Team Vintage! Сегодня я хочу испытать свой новый бей, Леопард. Его соперниками станут сильные Бейблейды. В прошлом видео Леопард победил Регулуса. Но прежде чем мы протестируем Леопарда, я хочу вам предложить челлендж. Челлендж на внимательность. Найди 10 отличий за 10 секунд. Сейчас ты видишь картинку. Запоминай ее. У тебя есть 10 секунд. Поехали! Теперь другая картинка. У тебя есть 10 секунд, чтобы найти отличие. Пиши первый правильный ответ, и ты его получишь. А теперь, так как я обещал, сильные бейблейды против Леопарда. Привет, друзья! И я, как всегда, составлю Тимофею компанию. Тимофей, ты играешь Леопарда? Да. Ну, значит, я первого беру Фафнира. Уж точно Фафнир справится с Леопардом. Посмотрим. 3, 2, 1, вперед! Смотри, как летают. Что, вертолеты, да? Так, леопард атакует. Фафнир стойко держится. И оба хотят занять центр. Да, кстати, оба стремятся к центру. Интересно, кто же первый сдастся? Смотри, оба вилять начали. Ничья? Да. Ого! Значит, он наравне с Фафниром. Ага. Так, теперь играем другим бэем. Я думаю, Гаруду он точно не сможет победить. Давай. 3, 2, 1, вперед. Смотри, Гаруда ниже его. Да. И может его поддевать по вот да. Внизу. Поэтому все может быть, что леопард сдастся. У леопарда такое ощущение, что его двухслойный энергетический диск. О, а я что говорила? Смотри. Вот, Гаруда может его победить. Давай ты возьмешь Геркулеса. Ну, давай мне Геркулеса. Сейчас будет бой Леопард и Геркулес. 3, 2, 1, вперед. Геркулес его ниже, посмотри. Видишь, сразу атаки пошли. Геркулес тоже может, кстати, победить Леопарда. Смотри, он уже виляет. Опачки. Да, все. Все продул. Так, я думаю, Гаруду он точно не сможет победить. Давай. 3, 2, 1, вперед. Смотри, Гаруда ниже его. Да. И может его поддевать по вот внизу. Поэтому все может быть, что леопард сдастся. У леопарда такое ощущение, что его двухслойный энергетический диск. О, а я что говорила? Смотри. Ага. Вот, Гаруда может его победить. Давай ты возьмешь Геркулеса. Ну, давай мне Геркулеса. Сейчас будет бой Леопард и Геркулес. 3, 2, 1, вперед. Геркулес его ниже, посмотри. Видишь, сразу атаки пошли. Геркулес тоже может, кстати, победить Леопарда. Смотри, он уже виляет. Опачки. Да, все. Все продул. Интересно, сможет он побить 4-го Экскалиуса? Ну, давай будем сравнивать. 3, 2, 1, вперед. Ого, гоняют, смотри. Ого. Конкретные догонялки. Так, что-то Экскалиус. Да, Экскалиус как-то сдался очень быстро. Знаешь, про кого я забыла? Про Феникса. А, да. Феникс против Леопарда. На, держи, Тимофей.
три, два, один, вперед. Красиво идут, да? Вот мне чувствуется, что феникс победит его. Сбросил кольцо феникс и леопарду не сдобровать. Точно. А теперь итоги конкурса. Мы сейчас выберем победителя на Геркулес. Друзья, и сегодня мы разыгрываем Геркулеса. Да. Чтобы выиграть, что, Тимофей, надо? Открыть подписки. Вот именно. Надо просто открыть подписочки, быть нашим другом. Поехали, Тимофей. Рандом собирает комментарии. Многие пишут, почему вы нас не выбираете. Ребята, это не мы выбираем. Это выбирает вот эта программа. Рандом называется. Сейчас мы посмотрим, кого рандом выберет. Видите, здесь все комментарии собираются, и какой-то один всего лишь выбирается. Так, сейчас тот самый момент, когда мы можем узнать, кто стал победителем. Сергей Овчинников. Участвую. Всего наилучшего на Рождество и с наступающим вас всех и успехов на Ютубе. Спасибо большое, Сергей. Мы очень ценим наших подписчиков. Ну, у тебя не открыты подписочки, Сережа, почему? Ну, по правилам должны быть открыты подписки. Давай, Тимофей, переигрываем. Ребята, чтобы открыть подписки, вам надо найти у нас на канале видео. Оно так и называется. Как открыть подписки, чтобы участвовать в конкурсе. Вы можете его посмотреть и сами настроить себе открыть подписки. Итак, участвую. Такой-то я участвую в Facebook, подписан Никита Калинин, фото там. Вы крутые, спасибо большое. Но главное, чтобы у тебя были подписочки. Так, каналы у нас есть. И мы видим, да. Мы видим сразу, что Никита выигрывает Геркулеса. Никита, поздравляем тебя, свяжись с нами. Ребята, а вы не расстраивайтесь, у нас будет еще очень много конкурсов. Да. И участвуйте вот в этом челлендже, и может вы станете победителем. Да. А теперь приветики. Алексей Драган, привет. Миша Лаки, привет. Макар Куницын, привет. Клим Капустин, привет. Кирюха Чичук, привет. Костя Коновалов, привет! Фрида Лохоя, привет! Тёма Добрый, привет! Рома и Бодя, привет! Крутяк-крутяк, привет! Ансар, здорово! Артём Черномазов, привет! Владимир Неровный, привет! Подписывайтесь на канал Team Vintage, я еще буду проводить много конкурсов. Пока-пока!